Привет, мужики и мадам. Сегодня у нас будет танк объект 430. Уж очень сильный танк. Действительно сильный, на нем так и написано. Сильный танк. Сильный. Кто не верит, тот читайте. А кто не умеет читать, ну учите русский бесплатный. Пока еще. В этот раз в ролик должен был попасть тот, кто накидает больше всего урона и пришлет с этим реплей. И с этой задачей отлично справился братюня с ником Димон86, за что и получил 500 голды. И лещей знатных тоже получил. Но не от меня, правда, а от врагов. Но это не важно. В общем, обычный игрок с обычной статой не очень любит на высоких уровнях танков играть, но это ему не помешало набрать дохренища урона. Если вдруг однажды этот 430 ух вкачаю, может быть. Хотя вряд ли. Руки у меня слишком кривые для этого. Но, может быть, когда-нибудь тоже накидаю столько урона. Сколько именно он накидал, это мы сейчас и посмотрим. А какая тематика будет в следующем видосе, с чем нужно присылать реплеи, это я расскажу в конце ролика. Поэтому никуда не сваливаем и досматриваем. Погнали. И вот у нас стандартный бой и песчаная река. Одна из самых моих нелюбимых карт, потому что играть я на ней не умею. Уж по центру ехать, здесь арта закидывает, ПТшки выйти не дают, ни хрена не получается. По барханам справа едешь, если будешь светить, ничего не помогает. Обычно как союзники делают. Если им светишь, они не стреляют. Конечно, если стрелять, то урона накидать больше, чем если не стрелять, но они этого не понимают просто. Чего делают, неизвестно. Если стоять просто накидывать и ждать, пока кто-нибудь приедет, тебе накидают чемоданов. Вот как вот сейчас в этого летели, правда, благо не попали. А слева бодаться там, ну не на все техники у меня получается, как бы на СТБ-1 прям здорово. Ух ты. Вот это прям вкусно. Я тоже подтверждаю, прям пробило. Особенно у Йобри, который уже прям за барханами был, вот у него сейчас дно пробило сразу к соседям. В общем, на СТБ-1 я там еще могу играть, как бы там дудка гнется. Ну и здесь, в принципе, я бы тоже мог, но я сюда редко когда езжу. Слышь, ну ты ненасытный, братан, ты еще раз приехал получить. Причем здесь ездит такой, главное, на одной и той же точке кружится. Красавчик. Где-то это у нас. Торчит он, интересно, там нет? Так, на ёбре резай. О, торчит. Сука, пропал. Охуеть. Прям правее же улетело. Прям явно правее снаряд. И куда-то там в дудку, в гуслю, я не знаю, но убил. Превосходно, мне понравилось. Тем временем уже косарь накидан. 2 минуты еще не прошло, уже косарик есть. Прекрасно. На. 430У угостил 430У. 430, сука, язык сломать, можно так говорить. Может, он тоже какие-нибудь обозначения придумает? Пусть будет... 7. Будет 7. 4 плюс 3 плюс 0, 7. Вот. Логика, блядь. Мы так 67-го раз вычислили, вот... Тут будет 7. 7 против 7. А, 7У. Будет, во. 7У на гусле. Или упоротый его называть. Я вот упоротый... Да как так-то, а? Прям над ухом у него просвистело. И стоит дальше, упарывается. На. В глаз тебе. Я тоже подтверждаю, вообще четенько пробил. Красавчик. Тут подкрадывается. А-а-а. И как? И получится у тебя пробить? Просто гуселька. Не, братан. Не надо лучше сюда больше. Вот правильно. Дудку надо чинить. И добирать этого 54... Не добирать. Какой там паскуда голдой плюется? Зубы, видать, у нее золотые. Все лезут и лезут. Ненасытные ребята какие. И мало в борта насували, они... И этот лезет. Слышь? 7. У. Ты, по-моему, болен, братан. Ты уже раза 3 там отхватил и все равно полез. Значит, ты 10 пробежал же. Пиздюлей получил. Так почему бы еще тоже не получить? Ну вот, правильно. Отмена операции! Упердываем отсюда, как только можно. А пока наш братюня здесь упердывает, как только можно. Жмем лайк, подписочку, колокольчик. Ну и в комментах что-нибудь напишите, как вам вообще потом. Это будет понравилось, не понравилось. Дожидается. На-ка. Еще и че... Ух ты, как вообще прям шикарно. Еще светились, сука. Нет, нет 7У. Нет. Так,
Ну, 50Б надо забирать. Чё он там елозит, ну? Ах ты, тварь. Твой какой ты быстрый. Ну, 172 по засвету тоже неплохо. 6 на 6. Так, 7У. На! Ох, как, блин, я хочу этот танк. Я просто хочу его не просто вкачать. Я сейчас, сука, все танки свои продам и куплю его. Жаль, опыт не возвращаю. Свободный. За продажу там. Чё, какой? Ну что ж, чуть-чуть вот не хватило. Ебля, как это, жир! Жир приехал, сука! На тебе в шишечку! Все, жир, ты слишком долго кдэшишься. На гу... Ну, ого, щеку нащупал ему. Получил пиздюлей по шишке, подставь щеку, правильно? Правильно. Добьет, добьет, не добьет, добьет, не добьет, добьет. В щи. На! Да еблевать. Наводчик, да тут все ранено, уже это все в говне. Ты тут даже на жопе уже как дырку наковыряли дополнительно. Что делать? Правильно, затопчи его. Козла такого. Че он тут растопырился, раскапустился тут на полдороге. Так, 277 уничтожают. Надо бить коня. 520 хп против 1300. Ну че бы нет? Че бы нет? 520 против 605. Уже лучше. Уже неплохо. Так, вот это захватит. В жопу ему давай. Разочек. На. 166. Тихо, тихо, не пова... Не стреляй, не стреляй. Хорошо стрельнул, вообще не прям. Крепкий лоб. Да хренище миллиметров во лбу. Вот эта бронь мне нравится. Ради этого только стоит вкачать этот танк. Так, маус. Практически фуловый, твою мать. Нет, с одной стороны, это жир, который можно просто в накиданный урон перегнать. Но с нехорошей стороны, это пиздец какой светильник. Это, сука, я не знаю, ночник такой стоит и не светит нихуя. Не, понятно, что сквозь два куста, сквозь там... Да высунься, то уже не стесняйся. Высунься. Вот, надо подкатиться. Вот, подкатились, подсветились, откатились. Уебали. 466, ну, вообще прекрасно. 7 косарей уже. А, счет-то пока еще. 9-10. Ну, 10-9, но... Зная, как... Зная, как союзнички играть любят. Эта цифра очень быстро перетечет в очень плохую позицию. Ай-яй-яй! Кто светил? Не надо. Падай, братан, падай. Падай, мне страшно за тебя, падай, блядь. Падай отсюда. Ай, движение невозможно. И MX-50B кидает, и БК сломано. И все в откате, бля. И все в говне. И 89 хп, да что делать-то? 17 секунд. 17 секунд перезарядка. Как убивать их теперь с такой перезарядкой? То что делать? Я забыл вас предупредить в начале ролика, что нужно что-то твердое подстелить под стул. Под жопу, точнее. Ну и под стол тоже, там вдруг пробьет насквозь. А это он зачем сделал? По-моему, у него тоже бомбануло. Причем такая отдача была, что он за мышку держался, пока вот вверх подкидывал. И нечаянно выстрелил. Ну ладно. Братан, я с тобой. Мы все тут с тобой. Мы в ахере, что происходит. Как бы ситуация такая себе. Ну вот вообще. Накидано-то до хрена. 7300. Прям до хрена уже. БК нету. Чинилки у нас нету. ББ их нету. Ну, на голду перешли. Ну, а что же делать теперь? На танче на 1.6. На саппорче на 1.2. И, сука, 4 врага. 2 из них жир. 2 из них арта, сука, который стреляет только в него. Всю игру. MX-50B закончен. Отлично. Остался только мышонок. И 2, сука, квадратика. Но вот он решил все-таки... А мышонок не особо умный, я хочу сказать. Он все еще по одной и той же точке ездит. Он даже не вперед не поехал, не назад. Он сука, все там в одном месте пасется. Шароебец, так сказать. Знаете, берете хомяка в шарик засовываете, по дому кидаете, и он там бегает такой. Шароебец. Вот такой же.
Только этого вот мышонка посадили в квадратный танк. Он квадроебится здесь. Откуда здесь чемоданы летали? А? Твари квадратные. Есть кто? Есть чё? Нет, ничего. Ртоместь не случилось. Вот сейчас бабаха им замстит. Они прибежали кусать бабаху, как два гуся. Жили у бабуси ёбаные гуси. Один белый, другой серый, оба голубые. Играют на арте. Ну, бабахонька, наказывай их. Наказывай, а мы пока мыша поищем. Вряд ли эта мышь далеко убежала. Как бы не то, что быстро бегать не умеет. Просто, скорее всего, все равно в одной точке пасется. Все, первой арты нет. Странно, что здесь и мыши нет. Хотя она тут должна быть. Вторую как-то быстро выключил. Так ощущение, как будто у бабахи там когда 10 секунд было. Мне показалось. А здесь у нас слепая мышь. Просто слепая. Знаете, расстояние. Расстояния-то и нет вообще. Ну, одно из двух. Либо там командир заблевал все форточки, и поэтому мышь ничего не видит. Либо водитель этого Гелендвагена просто не очень любит ездить. По салону пробег делает, потому что над базой тут 30 метров отбежал, и уже все его разбирают на запчасти. Поэтому нахрена там какой-то обзор? Просто выкатил, проехал такой крутой, 3000 здоровья, 30 метров и сдох. Такие игроки тоже есть, к счастью. Но к счастью только, когда они во вражеской команде. Когда в союзной, вот горе. А тем временем уже 8300 накидано, но это еще не все. Это не 8300, а 9200, ну 9189 и 1600 саппорта. Ну все потому, что там блайны еще заехали, их просто в игре не засчитало внутри. 1395 чистого опыта, натанковано, насаппорчено, пройдено 3,6 километра. Странно как-то. И целых минус 980 серы нафармлено. Я сейчас, как и обещал, озвучиваю следующую тематику для ролика. Это кто больше всего насветит? Ну, насветит, насаппортит, там, на гуслю поставить, насветить. В общем, ассист. У кого будет больше цифра, тот и попадет в следующий ролик. Все, дерзайте, присылайте реплеи. Ссылочка в описании. Всем спасибо за просмотр. Пока.